Камелонский корабль на прицеле. Сколько еще? До залпа 15 секунд. Всем кораблям уйти с траектории выстрела. Слушаюсь, отхожу. Год. Орбита Марса. Дайте им подойти поближе. 5 секунд. 4. 3. 2. 1. Огонь из всех шоковых пушек. Что случилось? Мы их недооценили. Наши данные были неверными. Но это новейшая информация. Она не могла так быстро устареть. Повреждение левой кормы. Мы теряем мощность. Они нас атакуют. Суки, уничтожим. Орудие 1. Орудие 2. Повреждение. У нас большие потери. В этом блоке пожар. Включить аварийную систему. Скорее, потушите огонь! У нас больше не осталось кораблей, способных их победить. На связи капитан Юкикасы. Мамору Кодай. Командир, мы все погибнем. Отступайте, командир. Мы вас прикроем. Кодай, не говори глупостей. Мое главное желание — служить вам. Тебе еще многое предстоит сделать, Кодай. Командир Рокета, для меня было честью сражаться рядом с вами. Санада, верю в тебя. Стой, Кодай! Кодай. Бесконечные просторы космоса, царство тишины и света. И пусть одни звезды умирают, другие рождаются. Да, Вселенная живет. И никто пока не знает, что близится конец существования одной из планет. 2199. Космическая Одиссея. Пять лет назад неизвестный враг появился на орбите Марса и начал сбрасывать на Землю метеоритные бомбы. Год 2199. Земля. Прекрасная голубая планета отравлена радиацией. И человечество находится на грани исчезновения. Люди ушли под землю, из последних сил пытаясь выжить. Но надеяться им было не на что. Им оставалось только ждать конца. Ты же один из этих полных идиотов. Ищешь металлолом, сдаешь его силам обороны. И что с того? Земля все равно уже проиграла. Да нет же. У него братан в армии. Сливает ему всякую дрянь в обмен. Наркоту там, выпивку. В армии? Что, правда? А то. Правда ведь? Металлолом меняешь, да? Это мне нравится. Так вот, чем ты занимаешься? Эй, меня со своим братом познакомь. Ты чего это?
Литий. Глубина 50 сантиметров. Радиоактивность 14 зивертов. Дважды смертельная доза. Угроза жизни. Угроза жизни. Угроза жизни. Да знаю я анализатор, не мешайся. Понял. Приближается летающий объект. Безопасно. Вот она, найденная капсула. Что это? Похоже на какую-то схему. Кто это нашел? Собиратель металлолома из гражданских. Его защитный костюм был поврежден, и он получил изрядную дозу облучения. Его сейчас пытаются отмыть. Но он... скорее всего, не выживет. Вот это! А ну стой! Отвалите! Похоже, ему уже лучше. Да стой! Окида! Вы же радиоактивны! Вы нас всех погубите! Ты командир Окида! Чего тебе? Ты использовал Юникадзе как щит. Ты воспользовался им и сбежал. А? Отвечай! Кодай, прекратите! Кодай? Капитан Юкикадзе, Мамору Кодай, был моим братом. Так ты... Сосуму Кодай? Ты прикрылся им. Принес в жертву целую эскадру, чтобы спасти свою шкуру. И тебе не стыдно? Стыдно мне? С чего бы? Не смеши меня. Ведите себя прилично. Черт, больно же. Мориюки? Коды, есть обстоятельства, которые вам не понять. Вы нас обвиняете, потому что вас там не было! А ну тихо! Пошли! Эй! Пусти! Руки убери! Подай! Вернуться живым — это наша работа.
Сайто, прекрати! Полегче с ним! Он же болен! Пустите меня! Командир Окита, приношу свои извинения. Я этого совсем не ожидал. Узнав, что он брат капитана Мамору Кодай, я рассказала ему о гибели Юкикадзе. Доктор Сада, успокойтесь. Простите меня. Скажите, доктор, почему он до сих пор жив? Ведь он получил смертельную дозу радиации. Да, он должен был умереть. Тяжело вам пришлось. К сожалению, полный разгром. Похоже, нам не удастся остановить Гамилов. Мы даже не знаем, кто они и что им нужно. Это страшный враг. Они изучают наши методы борьбы и становятся все сильнее. Что ж, похоже, эту войну мы проиграли. Остается только бросить землю на всех, спасти не получится. И поэтому, главнокомандующий, доверьте мне этот корабль. То есть вы? Не для продления жизни горских избранных. Доверьте мне его ради путешествия. Во имя надежды всего человечества. И тогда хотя бы, по крайней мере, человечество с надеждой, а не в отчаянии. Встретит свой конец. Ну и что же вы им скажете, Окита? Народ Японии, я должен сделать важное заявление, касающееся судьбы всего человечества. Прошу вас сохранять полное спокойствие. На днях обнаруженные на мысе Банамисаки коммуникационная капсула содержала крайне важное сообщение. Вот оно на экране. Это, мы полагаем, наша Солнечная система, а это наша галактика, Млечный Путь. Из этого сектора Большого Магелланового облака было отправлено сообщение. С планеты Искандер. Они высказали желание предоставить нам устройство, нейтрализующее радиацию. Поэтому мы решили отправить наш последний линкор туда. На Искандер. А как он туда доберется? А что, если это ловушка? Разве можно рисковать чужими жизнями? Это военная тайна, поэтому все, что я могу сказать, это то, что мы получили технологию, с помощью которой это путешествие будет недолгим. Не слишком ли это рискованно? Вы уверены, что они смогут вернуться? А что скажет народ? Ответьте нам! Время сомнений кончилось. Прошло то время, когда мы могли себе позволить выбирать между более или менее рискованными решениями. По нашим расчетам, до исчезновения человечества остался один год. По некоторым данным, всего несколько месяцев. Для нас это предложение Искандера – последняя надежда.
Выбора у нас с вами нет. И самое главное, нам необходимо добыть это устройство. Только тогда мы сможем выжить. Мы сможем покинуть наше убежище и снова жить на поверхности. Мы не имеем права смотреть спокойно, как гамелы уничтожают землю метеоритами, бомбами, и ничего не предпринимать. Сейчас нам дали последний шанс. Мы сможем сами своими руками возродить нашу зеленую землю. Этот нейтрализатор радиации жизненно необходим. Он сделает землю такой, какой она была 5 лет назад. И сейчас силы обороны ищут добровольцев, годных к военной и космической службе. С опытом научных исследований. Думаю, меня возьмут. Не знаете, сколько... Я здоров, как вы, пожалуйста. Пожалуйста, следующий. Будете механиком. Синий костюм. Возьмите. Кодай, Сусуму. Ты еще живой? Да. Поверить не могу. Неужели ты выжил? Открой рот. А ну, пошире. Доктор, я закрою. Люди ждут. Да, действительно. Вы будете командовать боевой эскадрой, но вы, кажется, гражданский. Я не гражданский, я вернулся в строй. Кстати, это лишнее. С прошлого раза осталось. Не мяукай. Постойте. Вы тоже летите? А что? Капитан этого корабля Окита. Да, знаю я. Кодай. Чего тебе? Вы ведь что-то замышляете. Чушь какая. Всем занять позиции. Собери черных тигров. Я на капитанском мостике. Почему вы приказываете? Всем занять позиции. С этого момента эскадрой командую я. Подчиняйся лучше, пилот. Боевая тревога. Всем занять позиции. Поступили новые данные. Гамелонская ракета летит прямо на вас. Похоже, они узнали про корабль. Объявите боевую готовность. Приготовиться к взлету. Сима, запустить волновой двигатель. Сима? Понял. Необходимо опробовать волновую пушку. Цель — приближающийся объект. Но пушка еще не прошла полное испытание. Выполняй.
Да, подчиняюсь. Надеюсь, получится. К сожалению, другого выхода у нас нет. Санада, заставь ее работать. Вас понял. Кодай! Есть. Инструкцию по волновой пушке изучил? Вроде изучил. Просто это новое инопланетное оружие. Я с ним не очень знаком. Если ошибешься, мы все умрем. Расстояние 1200. Поднять давление в волновом двигателе. Закрыть запасные клапаны. Есть. Поднять давление. Есть. Закрыть клапаны. Открыть заслонку волновой пушки. Есть. Открыть заслонку. Волновая пушка. Давление поднимается. Всю энергию на волновую пушку. Запустить принудительную индукцию. Есть запустить индукцию. Приготовиться к залпу. Сима, передай управление Кодаю. Коды, держи. Убрать предохранитель волновой пушки. Есть убрать. Предохранитель на нуле. Давление подходит к критической точке. Снимаю последний предохранитель. Ямато вышел на траекторию. Цель ракета. Активировать прицел. Датчик контрастности на 20. Цель – межпланетная ракета. Расстояние 180. Мощность 100%. Не торопись. Мощность 120%. Давление достигло предела. Залп. Через 10 секунд. Приготовиться к отдаче и вспышке. Расстояние 70. Курс на поражение. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Залп! Все системы отключились? Перегрузка. Работает резервная камера. Где Ямато? Координаты неизвестны. Он исчез. Это Ямато. Ямато! В порядке! Да! Да! Есть! Да! 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 Получилось! Поздравляю! Поздравляю! Мы использовали волновую пушку. И тем самым раскрыли все наши карты перед врагом. У вас не было другого выбора, Окито. Главное — безопасность Ямато. Вы можете продолжать? Да. Я хочу покинуть Солнечную систему, прежде чем они ударят еще раз. Вас понял. Ямато! Полный вперед! Так точно! Тестовый ВАД состоится через 24 часа. Так точно! Ну что, прямо в яблочко? Да, теперь твоя очередь.
Варп. Ты меня вытащил сюда. Я удивлен даже. Я ведь пришел на этот корабль и ради сына тоже. О, как он? Сколько ему уже? 5 уже. 5? 5 лет прошло? Быстро. Командир Кодай. Като? Ямамото, и вы здесь? Командир, нас сегодня перевели на корабль. Мы счастливы, что будем снова летать под вашим командованием. Командир? Командир! 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 Фуруя! Командир! Все еще прячешься за спинами других? Никак нет. А это как называется? Командир прав. Отряд Кодая просит разрешения присоединиться к эскадре Ямато. Вы все еще используете это имя? Ну, разумеется. Ой, как это по-дурацки звучит. А? Мы принесли это, чтобы отпраздновать наше с вами воссоединение. Да? Эту встречу отменим. Давай, ну все, давай. Садитесь, садитесь. Отряд, садись. Выпьем. А потише никак нельзя? Вы мне пить мешаете. Мори! Ты что, на командира злишься? Извини, Мориюки, что потом тебе вечер. А почему ты пьешь одна? Это же комната отдыха для всех. Мы же, по-моему, тут никому не мешаем. Ах, никому. Отряд Кодая, значит. Вам самим от этих воспоминаний не тошно, а? Ты что? Мори, ты ведь тоже была в отряде? Ну да. Младенец, вот в таких подгузниках. Ты смотри, а то я сам стану лучшим. Кодай, почему вы вернулись именно сейчас? Где вы были тогда? Когда? Когда погиб ваш брат, Кодай. Когда мы потеряли весь флот. Пока мы сражались за свои жизни... Вы копались в мусоре на земле. Вы струсили и сбежали, не так ли? Я не могу поверить. Великий Кодай Сусуму, испугавшись за свою жизнь, бежит. Морни! Идиот! Прошу внимания. Когда Ямато достигнет орбиты Марса, мы впервые в истории человечества совершим варп-прыжок. Если у нас ничего не выйдет, погибнем не только мы, но и все живое на Земле. Я прошу вас сосредоточиться на своих обязанностях. Это все. Экипажу подготовиться... Простите, а что такое варп? Резкое преодоление большого участка космоса. Извините. Экипажу подготовиться к варпу. Акаги. Да? Готовьте корабль. Слушаюсь. Так точно. Приготовить ЧТ-1. А, похоже, она думает, что в кабине безопаснее. Глупая. Чего она так боится? Варп! Есть варп! У нас все получилось. Эй,
Смотрите. Корпус не поврежден. Прямо по курсу все чисто. Гравитационного поля нет. Варп сработал. У нас все получилось. Сима, идем прежним курсом. Что это? Айхара, монитор. Это Гамилонский флот. Почему? Ты привела нас сюда! Я не специально. Это случайность. Должно быть, отследили нас по энергии варпа. Всем занять боевые позиции. Приготовить пушку. Есть. Не выйдет. Мы не можем дать залп сразу после варпа. Запаса энергии не хватит. Всем оставаться на местах. Мы снова совершим варп. Сколько времени это займет? 20 минут на всю перезарядку. Айхара, вы сможете узнать координаты выхода из варпа за 20 минут? Будет сделано. Кодай. Слушаю. Выведи из строя их варп-двигатели, иначе они настигнут нас. Я понял. Всем черным тиграм! Уничтожить их варп-двигатели! Вперед! Есть! Док-1. Взлет. Я, Нори, иду на взлет. Док-1. Взлет. Черт! Она нас опередила! Это потому, что она быстрее. Ты чего выделываешься? Только не умничайте. Я ведь выжила в битве у Марса. Варп через 20 минут. Вернись к этому времени. Первое, но не забывай по сторонам смотреть. Устанавливаю цель. Главный гамилонский корабль. Принято. Установка цели завершена. Огонь! Есть огонь! Есть! Отлично! Ух ты! Вот это да! Вот так запросто! Цель уничтожена! Отлично! Да! Молодчина, Кодай! Мы сделали это. Фу. О. Отлично. Возвращайтесь на базу. Мы готовы к варпу. Сима, что со временем? До завершения подзарядки 5 минут. Айхара, вы точно рассчитали координаты? Закончила. Это Като! Море нигде не видно! Мы не можем с ней связаться! Что? ЧТ-1, прием. ЧТ-1, вы меня слышите?
случилось? Слышу вас. Что случилось? Уровень кислорода падает. Немедленно устранить неисправность. Уровень кислорода падает. Немедленно устранить неисправность. Двигатель выведен из строя. Ты не ранен? Пожалуйста, бросьте меня. Не глупи, жди там. Кодай, времени нет. Кодай, вернитесь на место. И оставить ее умирать, как ты моего брата. Я успею вернуться, капитан. Намбу, принимай пост. Есть. Это глупо. Сима и Хара, продолжаем подготовку к варпу. Но капитан! Айхара, держите меня в курсе всех передвижений противника. Слушаюсь. Командир Коды? До завершения подготовки к варпу 2 минуты. Координаты точки выхода рассчитаны. В точке выхода? Помех не обнаружено. Все хорошо. Смерть от удушья — это не больно. Все хорошо. Мне не страшно. Не страшно. Не страшно. Уровень кислорода падает. Немедленно устранить неисправность. Мориюки, твоя катапульта работает? Мориюки, ты меня слышишь? Возвращайтесь. Из-за меня все в опасности. Отвечай на вопрос. Твоя катапульта исправна? Работает. Отлично. По моему сигналу катапультируешься. 5 кораблей противника на 9-20. Огонь. Есть. Гмилонский корабль врезался в левую корму. Повреждено запасное сопло. Они идут на таран. Их истребителям больше некуда возвращаться. Гамилы! Где? К нам приближается огромная эскадра. Вот черт! Юки, я захожу с тыла. Вас понял. Зарядка полностью завершена, капитан. 20 гамилонских истребителей идут на таран. Рядом корабль Кодая. Сима, представь, что их корабли — это ракеты. Подпусти их поближе, затем резко отклонись с их траектории. Понял. Всем приготовиться к повороту. Затем маневр уклонения. Пока гамилы будут разворачиваться, возьмем Кодая на борт и совершим неожиданный варп-прыжок. Вперед! Быстро! Быстро, быстро! Эй, что происходит? Всем приготовиться к усилению перегрузок. Всем приготовиться к усилению перегрузок. 5 секунд до столкновения с гамилами. 4... 3, 2... Уклонение! Открыть шлюз! Он вошел внутрь! Варп!
Ее сердце остановилось. Командир! Кодай! Вам помочь? Командир! Положите ее! Где доктор Садо? Что с ней? Юки! Юки! Я сделаю дефибрилляцию. Продолжай. Юки! Не умирай! Черт! Доктор! На носилки ее! Есть! Ей помогайте! Поднимите ее! Раз, два, три! Осторожно! Вперед! Есть! Вперед. Осторожно! Молодцы! Ваши действия подвергли опасности корабль. Это серьезное преступление. Но я не мог поступить иначе. Не мог допустить, чтобы погиб мой подчиненный. Приказываю в тюремный отсек его. Я сам пойду. Шевелись! Медом тебе, что ли, тут намазано? Главный механик Токугава. Давно не виделись, Кодай. И ты угодил за решетку. Ты ничуть не поумнел. Я поступил правильно. Не понимаю, за что меня сюда. Похоже вы. И ты, и покойный братец твой. Оба вы похожи на него в молодости. На кого это? Вспыльчивые и непредсказуемые. Но всегда собраны. Знаешь, Кодай, а из тебя самого может получиться неплохой капитан. Не знаю, с кем вы там меня сравниваете, но сомневаюсь, что я так уж на него похож. Ойли, а я как раз собирался сказать, что ты просто вылитый капитан Окита. Ну, поживем, увидим. Но это если мы с тобой выживем, конечно. О, и вы здесь. Здравствуйте, доктор. Док, как Мориюки? Жива, отделалась царапинами. Спасибо вам. Ну что, выпьем? Отличная мысль. Тебе стоит поблагодарить капитана. Он многим рисковал, дожидаясь вас. Опасность была велика, но он ждал до последнего. Я об этом не знал. Та битва у Марса. Ты ведь понимаешь, что ты не единственный, кто потерял близких в тот день. Это меня не успокаивает. Если помнишь, Фуюдзуки тоже был уничтожен тогда. Сын капитана Окиты был навигатором того корабля. Говорит капитан, мы вот-вот покинем пределы Солнечной системы и отправимся в глубины космоса, где не бывал еще ни один человек. Связь с Землей будет потеряна, так что это
последний сеанс. Поэтому сегодня было решено дать всему экипажу доступ к коммуникатору. Возможно, это ваш последний шанс поговорить. Проститесь с друзьями, с семьями и со своими близкими. Спасибо, капитан. Здорово! Отлично, я поговорю со своей мамой. Я похож на Окито, это я-то? Ну да, конечно. Итак, внимание. У вас есть ровно минута. Потом канал связи будет выключен. Подумайте о том, что вы будете говорить перед тем, как выйти на связь. Ну, что мне вам сказать? А вот и папа. Дира, как вы там? А ты как? Папа тебя любит. Смотри, только не простудись там. Да все будет хорошо. Сказал же, я слишком глуп, чтобы заболеть. Сынок, всегда перед сном укрывайся одеялом. А то вечно с насморком ходишь. Скоро вернусь, сынок. Жди. Я скучаю по тебе. Я обязательно вернусь. И привезу с собой нейтрализатор радиации. Обещаешь? Обещаю! Дира, я... Канал связи закрыт. Забыл, сынок, хатиманский амулет. Носи его, он убережет от пули. Да. Вот он. И не забудь, канал связи закрыт. Не волнуйся так. 287, 288, 289, 290. Чего уставилась? А вы что, пресс качаете? 294, 290. Нельзя? 296, 296. Вы последний на отправку сообщений. 299, 300. Сообщений? Угу. Сначала введете свой личный номер. У вас будет ровно минута. Номер? У вас на груди. А, этот? Да, этот. Командир Коды! Рад вас видеть. А что? Да шучу я, Анда. И ты тоже здесь. Да. Экипаж третьего мостика. Вот так. Рад встрече. Ну все, идем. Кстати, я обещал родителям вернуться домой. Я тоже обещал. Ждите здесь, командир. Ей ждать. Ты выздоровела? Очень рад. Не ждите от меня благодарности. А? Поставить под удар безопасность всего корабля. Уж лучше умереть. Слушай, а нельзя ли быть попроще? Расслабься чуть-чуть. За тобой теперь должок. Что это? Вот тут. Опа. Свой личный номер.
Тебе можно пить? А раны? Уже все прошло. С Кодаем уже виделась? Только что, у переговорной. Он, кажется, сейчас с семьей разговаривает. С семьей? Это с кем же? А? А ты разве не из отряда Кодая? Ну, да, но он ушел почти сразу, как я вступила в отряд. Потом меня перевели, так что я к его отряду мало имею отношения. А, понятно. Я пошла на службу только потому, что я восхищалась им. Лучшим пилотом. Такое чувство, что меня предали. Только ему не говорите, пожалуйста. Я думаю, он обо всем догадывается. Да? Поговорить со своей семьей. Знаешь, Мориюки, когда гамилы начали атаковать Землю ракетами, мы совершали вылазки. Ракеты тогда были несовершенные, мы некоторые уничтожали, а некоторые просто сбивали с курса. Да, это я знаю, о вас легенды ходили. Кодай был лучшим асом, но я был неплох. Да, а когда мы вдруг сбили одну ракету и снова спасли планету, мы были просто в восторге. Но в какой-то момент все пошло не так, как нам хотелось. Похоже, ты есть моя семья. Ну, как поживаешь? Вы только не плачьте, Кодай. А то и я расчувствуюсь. Да что ты такое говоришь? Ракета, которую мы сбили, врезалась во вторую космическую станцию. Да, катастрофа. И что самое ужасное... На той станции жили его родители. И моя беременная жена. Моего сына они смогли спасти, но он родился немым. Сразу после этого Кодай оставил службу, к сожалению. Канал связи закрыт. Чтобы заполучить прибор, нейтрализующий радиацию, космический линкор Ямато направляется к Большому Магелланову облаку, к планете Искандер. Прямо по курсу все чисто, гравитационного поля нет. Варп прошел успешно. Приближается объект. Гамилонский истребитель. Сколько их? Один. Намбо. Истребитель. Не активен, он не нападает. Нет. Даю изображение. Он тоже совершил варп. Кодай. Слушаю. Поймать его и немедленно поднять на борт. Это шанс изучить гамилов. Слушаюсь. Капитан! Что случилось? Что с капитаном? Намбу, вызвать медиков! Есть! Вот, вернись к управлению! Есть! Капитан! Болезнь
прогрессирует. Ну и сколько, по-вашему, мне еще осталось? Очень скоро лекарства перестанут помогать вам. Мне нельзя умирать. Кажется, он был на автопилоте. Ну и где тут кабина? Я в первый раз такое вижу. Первый раз? Да брось. А ты что, много их видела? Никаких признаков жизни. Может, беспилотник? Сайто! Да? Возьмите образец обшивки. Действуйте быстро и четко. Хорошо, хорошо, я вас понял, Санада. Как сказано в инструкции, быстро, четко и точно. Огонь! Слева! Огонь! 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 Справа! Слева! Слева! На середине! Огонь! Огонь! Стрелять! Огонь! Стрелять! Надо назад. Сайто! 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 Что с тобой? Сайто! Держись, Сайто! 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 Зовите доктора Садо! Держись! Кто ты такой? Деслер. Деслер? Вы называете гамилами нас. А тот кристалл? Тело твое? Это одно целое. Мы можем перерождаться в вашу оболочку. Мы в равной мере Альфа и Омега. У нас единый разум. Альфа и Омега? Зачем вы напали на Землю? Напали? Мы Землю обновляем. Сайто! Сайто! Прости, Сайто, но я знал, что для того, чтобы тебя вырубить, нужно кое-что посильней. Ну, спасибо. С парализатором на второй мощности на медведя можно ходить. А? Значит, со вторым уровнем я, по-моему, не ошибся. Это смешно. Сайто, ты молодец. Другой бы сейчас валялся где-нибудь в лазарете. И тебя это вернуло.
А вот за это спасибо, командир. Будешь мне должен. Идет. Что? Ну что ж, с меня пиво. Я угощаю. Ну и жадина. Проверьте пульт связи. Ладно, я в первый отсек. Проверим навигацию. Докладывает Кодай. Входи. Здравствуйте. Вызывали? Кодай. Да. Как тебе этот корабль? Я никогда не служил на линкоре, так что сравнить мне не с чем. Ямато отличный корабль. Ох. Вы сказали, важный разговор, капитан. Кодай. Да. Ты примешь обязанности капитана. Что? Я хотел, чтобы Мамору Кодай стал моим преемником. Брат. Как и у него, у тебя хватит воли, чтобы командовать людьми. Что скажешь? Спасибо, нет. Я не смогу. Только не я. Я не смогу, как вы, капитан. Нет, жаль. Простите. Кодай. Поступай так, как считаешь нужным. Это твой выбор. Что ж, в таком случае это будет приказ. Это капитан. Внимание всем. С этого момента Кодай Сусуму ваш капитан. Все. Все. Капитана? Боевая... Куда ты? В ангар! Боевые позиции. Когда началось? Мы заметили пару минут назад, но мы не знаем, что это с ним. Прибор показывает электромагнитный шум. Сигнал бедствия. Нет, наши координаты. Так враг нас и вычислил. Так, Санада, разберитесь тут. Черные тигры, приготовьтесь к вылету! Есть! 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 Немедленно уничтожить истребитель! Есть! 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 Подкрепление еще подойдет. Где находится противник? Приближается третья волна. Что? Сима, уворачиваемся! Слушаюсь! Повреждение! На третьем мостике повреждена электрика. Там наши ребята. Кислород! Некоторое время они смогут продержаться.
Отправьте спасательный отряд. Соединить меня с третьим мостиком. Слушаюсь. Шахта лифт разрушена. Командир Кодай, это Амду. Мы застряли. Есть раненый. Скорей, отправьте медиков. Говорит ИО Кодай. Спасательный отряд уже в пути. Может быть, не сразу, но мы вас вытащим. Держитесь. Андо, они скоро будут. Не паникуйте. Слушаюсь. Где они? Неопознанный противник на 3 часа. Сима, резко вправо. Приступаю. Зарядить волновую пушку. Есть зарядить пушку. Активировать прицел. Цель. Корабль противника. Ямато вышел на траекторию. Наведение на цель. Расстояние 60. Сила энергии 120%. Волновая пушка. Готовность 10 секунд. Всем приготовиться к отдаче вспышки. 5, 4, 3, 2, 1. Пушка! Огонь! Вражеский флот ушел. Да! Да! Кодай? Ура! Внизу инородный источник энергии. Снизу? Энергия неуклонно растет. Мы взорвемся. Эвакуировать третий мостик. Мы не успеем. Ямато взорвется. Показатели зашкаливают. Кодай! Юки, залп ракетой. Уничтожить третий мостик. Это приказ! Стреляй! Выполняю. Того корабля не было видно на радаре. Это моя ошибка. 6 человек, экипаж 3-го мостика. Я позволил им умереть. Признаю, я не гожусь в капитаны. Почему ты вернулся? Ответь, почему ты вернулся в армию? Мне хотелось узнать, что вы за человек. Узнать, что двигало человеком, который позволил умереть моему брату. Вот как.
И еще. Я захотел снова увидеть зеленую землю. Какой я запомнил ее в моем детстве. Я захотел ее вернуть. Прошу, скажите, как исполняющий обязанности капитана, что я должен был сделать? Кодай, нельзя зацикливаться на том, что уже случилось. Прошлое не переиграешь. Наш долг — строить будущее. А для этого нужно научиться просто использовать человеческие ресурсы. Наверное, вы правы, капитан, но я не похож на вас. Вы способны принимать хладнокровные решения в любой ситуации. Это неправда, Кодай. Было время, когда я вел себя точно так же, как ты. Тому, кто не командовал, не понять тяжесть этого бремени. Не так ли? Ты прекрасно подходишь на роль капитана. Кодай. Я должен. Кое-что тебе сейчас о себе рассказать. Кто там? Это Кодай. Что вам нужно? Пришел извиниться. За что? За тот приказ. Прости. Зачем извиняться? Это уже никому не нужно. Вы просто исполняли свои обязанности. И приказ есть приказ. Даже если приходится. Даже если приходится стрелять. Стрелять по своим. Прости меня. Извините мою несдержанность. Я не хотела. Все хорошо. Больше ничего не говори.
Отлично прошли, Варч. Искандер! Что? Искандер? Искандер в зоне видимости! Значит, это Искандер. Ракеты прямо по курсу. Количество 60. Расстояние 500. Прямо по курсу. Они с Искандера. После варпа энергии на залп не хватит. Я знаю. Где они? Они разделились на 4 группы. Заходят сверху, снизу, на 3 и на 9 часов. Всем орудиям навестись на цели. 10 секунд! Все орудия. Блин! Приготовились! Крупный калибр! 10 секунд до столкновения! Орудия 1 и 2 по целям противника. Блин! Нет. Дайте отчет о повреждениях. Командир Кодай, волновая пушка. Что у вас с пушкой? Ствол заблокирован. Что? Впереди вражеский флот. Почините волновую пушку. Огонь из всех остальных орудий. Мы зря тратим силы. Ракеты, вторая волна. До столкновения 30 секунд. Их слишком много. Мы не справимся. Варп, уходим отсюда. Все погибли. Мы не успеем рассчитать координаты. Я вам приказываю. Кодай, бесполезно. Мы столкнемся. Сима! Кодай! Что ты творишь? Ты знаешь, что мы все могли погибнуть здесь из-за тебя. Но мы же не погибли! Прекрати истерику! Где мы? Мы недалеко от Искандера. Смотрите. Это все та же планета, по-моему. Да, подтверждаю. Теперь мы позади Искандера. Как похож на Землю. Это гамелы. Что? Ракеты были гамелонские. Вместо Искандера мы прилетели на гамел? По-моему, это ловушка. Ловушка? Гамелонская ловушка. Искандер. Нейтрализатор радиации. Это все ложь. Нас обманули, как детей. Зачем им это? Это же бессмыслица. Чтобы выманить Ямато. И про нейтрализатор радиации нам наврали. Я изучал капсулу. В ней про нейтрализатор ничего не было. Только координаты Искандера и чертежи волнового двигателя. Что это значит?
Есть вероятность, что история про нейтрализатор – это хорошо инспирированная ложь. Кому? Кому это может быть нужно? Зачем мы вообще сюда летели? Получается, капитан нам соврал? Не может быть. Капитан Окита ни за что бы так не поступил. Спросим у него. Нет. Сейчас к нему нельзя. Он так плох? Я спрошу. Сайто! Правду знает только он, ведь так? Мы должны его спросить. От этого зависит наша судьба. Ведь правда? И о, капитана. Десант на планету. Сообщение содержало точные координаты. Поэтому мы отправим туда десантника. Кодай, ты в своем уме? Это же глупо. Мы летим прямо к ним в лапы. Если это ловушка, тогда почему они напали на нас именно сейчас? Должна быть причина, по которой они не хотят пускать нас на Искандер. Поэтому мы спустимся. В любом случае, в этой капсуле были точные координаты и чертеж двигателя. Чтобы выяснить все, нам придется попасть в указанное место, чтобы узнать, каков был смысл послания. Капитан Окита поверил в это сообщение. А я... Я верю в него. Капитан Окита не стал бы лгать о своих чувствах к земле. Санада. Юки. Сайто. Сима. Я думаю, мы понимаем, чей это корабль. Полный набор координат, который мы получили, указывает на точку под поверхностью Искандера, Гамила. Наша миссия — спуститься туда. Высадку совершают Черные Тигры. Десант, офицер Санада и я. Командир, почему вы? Кодай отправится первым и уничтожит их противовоздушную оборону. Смотрите. Вот зона над точкой высадки. Система противовоздушной обороны в полной готовности. Мы должны проскочить незамеченными. Это невозможно. У Космо-Зеро получится. Он построен для войны с Гамилами и может работать в стелс-режиме. Опасность в том, что как только вы запустите двигатель, Гамилы вас тут же обнаружат. А я и не собираюсь двигатель включать. Что значит собираюсь не включать двигатель? Летать невозможно. Нереально. Черные тигры атакуют по моему приказу. Вы незаметно спустите груз и десант. Будьте осторожнее. Враги могут поджидать где угодно. У Космозера получится? Уничтожить всю противовоздушную систему. Экипаж Ямато, внимание. Говорит исполняющий обязанности капитана Кодай. Итак, близится высадка десанта на Гамилас Искандер. Это будет... Последняя схватка на нашем пути в 148 тысяч световых лет. В апреле 1945 года линкор Ямато пустился в плавание, чтобы принести надежду в море отчаяния. У нас та же миссия. Нас может ожидать ловушка. Мы даже можем сыграть врагу на руку. Но до тех пор, пока через тьму пробивается хоть один луч надежды, пока остался хоть один маленький шанс на успех, мы должны
идти только вперед. Это судьба любого корабля, носящего имя Ямато. И это то дело, которое нам поручили. Я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили. Так давайте же победим! И превратим этот маленький шанс в настоящую надежду. Ради тех, кого мы оставили на земле. Да! Ради наших родных и близких! Вернем любимую зеленую землю! Ради этого корабля! И ради капитана Окиты! Прошу не пожалеть своей жизни! Кадо и Ямамото зайдут слева. Будет исполнено. Командир Кодай. Командир Кодай. Есть! Есть! Наконец-то наш выход! Да! За работу! Да! Миссию выполнена! Да! Мы победим! Да! Да! Вперед на Искандер! Да! Ты забыл, что шансов выжить практически нет. Это только укрепляет наш боевой дух! Да! Да! До встречи внизу. Без тебя не обойтись. ЧТ-3. Слушаюсь. ЧТ-4. Предполетная проверка. ЧТ-3. ЧТ-4. Отлично. Предполетная проверка. Раз, два. ЧТ-3. Раз, два. ЧТ-4. Все. Предполетная проверка. Ты чего? ЧТ-3. Ну что, полетел геройствовать? ЧТ-4. Предполетная проверка. Глупая. Кто бы говорил? ЧТ-4. И ты тоже зря не рискуй. Проверка.
Верни живым. Так, а теперь варп! Все в порядке? Все на месте! Командир Кодай, вот увидите, сегодня я собью больше всех. Конечно, собьешь. И все равно ты халявщик. Да бросьте, командир! Фуруя! Враг сверху, десятки машин. Уничтожен. Сопровождение транспорта. Осталось четверо. Понял. Командир, приближаемся к точке. Красиво. Кодай! Наблюдаю нашу цель внизу. Всем на посадку. Поторопитесь! Быстрее! Бежим!
По координатам это то самое место. Так это Искандер? Юки! Эй! Юки! Мы вас ждали давно. Что с тобой, Юки? То же самое случилось с Сайто. Значит, история про Искандер была правдой? Эту историю придумал один из вас. Да. Человек по имени Окита. Не может быть. Так и знал. Кодай, я должен кое-что тебе сейчас о себе рассказать. История про нейтрализатор на Искандере — это выдумка. Что вы хотите сказать? Нам прислали координаты, чертежи. И все. Но зачем обман? Из-за тебя. Меня? Ты выжил, получив смертельную дозу облучения. Все это держали в строжайшем секрете. Я решил, что отправивший капсулу способен нейтрализовать радиацию. Но я не верю в успех операции. Капитан, значит, мы летим на Искандер безо всяких гарантий успеха? Да. Есть надежда и шанс. Ты ступил на борт Ямато с надеждой. Верно, Кодай? Значит, наши шансы не равны нулю. Ты жив здесь и сейчас. Уже это вселяет в меня надежду. Мы более развитая раса, чем люди. Раса, которая имеет коллективный разум. Одно из воплощений этого разума вы зовете Гамилами. Другое воплощение вы назвали Искандер. Искандер и Гамилы существуют как две стороны одной медали. Наша планета находится на грани полного исчезновения. Мы, Искандер, смирились с этим и готовы умереть вместе с ней. Но Гамилы хотят уничтожить землян и преобразовать вашу планету под свои нужды. Искандер против этого. Но Гамилы отделились и заточили нас здесь. Тот маленький осколок Искандера, что находится в Гамилах, мы отправили на Землю для вас. И это была та капсула? А нейтрализатор радиации? Мы из-за него сюда пришли. Не беспокойтесь. Такого устройства не существует в природе. Но я могу выполнить его функции. Именно так ты выжил. Безопасно. Докажите. Докажи нам, что вы и правда так умеете. Мы хотим подтверждения.
Теперь эта область больше не радиоактивна. Если не боитесь, шлемы можете снять. Все в порядке. Я исполню ваши просьбы. Всей моей энергии должно хватить для всех вас. Юки! Я в порядке. Все хорошо. Стойте! Санада! Судя по уровню энергии, это гнездо Гамелов. Уничтожим его, остановим атаку на землю. Твари! Будьте прокляты! Укокошим их всех! Годой. Да. Я их уничтожу. Прикрой меня. Стойте, вы не сможете к ним подобраться. Я думаю, у нас все получится. А вы с Юки возвращайтесь на Ямато. Что ты тут несешь? Айто! Я иду! Постойте! Я не могу вас бросить! Его капитана! Не валяй дурака! Сайто! Больно же, черт! Кораблю без капитана не обойтись, правда? Заткнись! Отдай! Поверь ты мне. Был как младший брат. Кодай, не смотри на меня так. Санада. Ты прекрасный капитан. Сайта, идем. Я был тебе должен. Что ж, оставляю землю на вас. Вперед! Идем, Юки. Бежим! Хорошо. Четко и точно! Давайте, главный инженер! Почти готов. Еще чуть-чуть, Айто. Отлично!
Черт! Черт! Мама, прости. Пожалуйста. Ну, ублюдки, берегись! Проклятие! Ничего. Полетим на моем космотигре. Сайто готова! Сайто! Возвращаемся. Значит, нашли. Да. Заплатили многими жизнями. Завершите дело, Кодай. Слушаюсь. Начинаем последний варп. Скоро наша Земля будет в зоне видимости. Но... Иди же. До свидания. А теперь битва со смертью. Доктор, оставьте меня одного. Доктор Садо, спасибо за все. Где Земля? Да вот же.
Где она? Вон та голубая звезда. Да. Это Земля! Какой счастливый! Земля! Скоро Земля! Земля! Я счастлива! Земля! Земля вызывает Ямато! Космический линкор Ямато. ИО капитана Кодай, 37 человек экипажа. Мы находимся на расстоянии 420 тысяч километров от Земли. Нашли? Вы нашли то, что искали? Конечно, главнокомандующий. Докладываю. У нас есть нейтрализатор радиации. Правда? Нейтрализатор? Радиации в самом деле существует? Да. Значит, Ногина все-таки выиграл пари. Вы молодцы. Я просто горжусь вами. Корабль очень скоро вернется к вам на Землю. А пока держитесь. Ждите нас. Огромный гамилонский корабль на 7 часов. Мы у них под обстрелом. Боевая тревога! Есть! Есть! Доложите о повреждении! Где пожарный отряд? Скоро подойдет! Сюда! Сюда! Скорее сюда! У нас повреждены орудия! Боюсь, что обшивка не выдержит! Пусковая система заблокирована! Второе орудие уничтожено! Токугава, что с двигателем? Отвечай! Главный механик! Токугава! Энергия упала. Но двигаться пока можем. Токугава! Токугава! Это космический корабль? Думали, победу у вас в руках, людишки с Ямато. И чего вы хотите добиться этой победой? Остановить нас? Вернуть свою землю к прежнему состоянию? Деслер? Или Гамилы? И да, и нет. Большая часть нас была уничтожена вашей атакой. Я часть того, что осталось. Мы решили не забирать землю себе.
Все равно погибла большая часть тех, кто собирался там жить. Так что в этом смысле победа ваша. Однако, землю вы потеряете. Что ты имеешь в виду? Скоро земля исчезнет. Вы очень рассердили нас, а наша раса не прощает таких вещей. Никаких признаков чужого присутствия. Что происходит? Землю. Проклятие! Намбу, мы их остановим. Во что бы то ни стало. У нас больше ничего не осталось. Мы еще можем использовать волновую пушку? Ствол заблокирован! Если пушка взорвется... Наш Ямато взлетит на воздух вместе с экипажем! Я спрошу капитана Окито. Капитан? О, нет. Думай. Думай, Кодай. Думай. Должен же быть выход. Думай, Кодай. Думай. Намбу. Энергии на волновую пушку у нас хватит? На один выстрел хватит. Но я же сказал, если она взорвется, то... Кодай? Эвакуировать корабль. Это приказ ИО капитана. Ты тоже эвакуируешься, ты да? Ты слышала, Юки, это приказ. Быстро уходите. Доктор Садо, уведите раненых. Кодай, я тоже остаюсь. Сима! Я пилот этого корабля. Сима, слушай. Спасательный шлюп нестабилен. Именно ты должен будешь его повести, и никто другой. Кодай! Только ты сможешь доставить Юки на землю, а она нейтрализатор радиации. Понятно? Но... Капитан, тут я. Я поведу. Корабль. Выполняй, Сима.
Кодай. Я подчиняюсь. Отлично. Покинуть корабль. Юки, быстро уходи. Я скоро вернусь. Я тоже останусь. Юки! Если вы сможете выбраться отсюда, то и я тоже смогу. Делай, что сказано! Но ведь вы мне врете! Мне нет смысла жить в мире, где нет вас, командир. Юки. У меня нет семьи. Но я встретил тебя. И захотел защитить тебя. Захотел показать тебе новую землю. Это то, ради чего я сражаюсь. Я хочу покончить с этой войной. Если мы не победим, то все, что мы сделали, Юки, будет напрасным. И даже если я умру, а земля наша выживет, поверь, я буду жить в каждом живом существе. Так что я навсегда останусь с тобой. Нет. Я не хочу, чтобы ты умирал. Ты не можешь умереть. Юки. Спасибо. Прощай. Сима! Кодай. Присмотри за ней. Хорошо.
линкор «Ямато». Хороший корабль. Командир, с линкора «Ямато» эвакуировано 12 выживших. Приказываю доставить всех на землю. Есть, капитан! Я попытаюсь уничтожить гамелонскую ракету. Пожелайте удачи. Кодай! Открыть прицел. Ямато. Запуск. Энергия 120%. Цель — гамелонская ракета. 10 секунд до залпа. 5, 4, 3, 2, 1. Юки.
Сусуму Кодай Такоя Кимура. Юки Мори Мэйса Куроки. Сира Санада Тосиро Янагива. Дайске Сима Наото Огата. Хадзиме Сайто Хироюки Икиути. Айхара Майко. Мамору Кодай Син Ичи Цуцуми. Доктор Садо Рейко Такасима. Хайкура Тодо Исао Хатидзума. Хикудзаймон Токугава Тосиюки Нисида. Капитан Окита Цутому Ямадзаки. Продюсеры Тосиаки Накадзава и Кадзуя Хамана. Автор сценария Симако Сато. Композитор Наоки Сато. Песня в исполнении Стивена Тайлера. Режиссер Такаси Ямадзаки. Фильм дублирован студией Sound MF по заказу кинокомпании «Кинопром».